ISO 668, контейнеры, грузовые серии 1, классификация, размеры и номинальные характеристики, стандарт ISO, описывающий и классифицирующий серию 1 ISO контейнеров по их внешним размерам. Он также определяет их грузонесущие мощности, по необходимости, минимальные внутренние и дверные размеры, обозначение контейнеров и их размеры. История стандарта. Первые 20 лет внедрения контейнерных перевозок. В 1950-е и 60-е использовались контейнеры различных размеров и систем крепления. Например, только в США насчитывались десятки несовместимых вариантов. Крупный оператор перевозок Matson Navigation Company использовал 24-футовые контейнеры, а Sea Land Service Inc. 35-футовые. Стандартизация постепенно развивалась в результате многих договоренностей между транспортными компаниями, работающими в разных странах, а также железными дорогами Европы, США. ISO приняла 4 рекомендации, которые позволили унифицировать контейнеры по всему миру. Январь 1968 R-668 определил терминологию, размеры и характеристики. Июль 1968 R-790 определил идентификационную маркировку. Январь 1970 R-1161 рекомендации по угловым креплениям. Октябрь 1970 R-1897 установил минимальные внутренние размеры. Рекомендация R-668 была принята в качестве стандарта ISO приблизительно в 1973 году. В 1979 году документ был издан в качестве стандарта ISO 668-1979. В 1988 году была опубликована ISO 668-1988, дополненный в 1993 году. В 1995 году был издан стандарт ISO 668-1995, дважды дополненный в 2005 году. Действующая редакция была принята в 2013 году ISO 668-2013. Ведется работа над первым дополнением к нему, ISO 668-2013 NPM-1. Над стандартами контейнеров, в том числе ISO 668, работает технический комитет ISO TC-104, созданный в 1961 году. В состав комитета входят 4 рабочие группы, секретариат комитета расположен в ENSI. Типы контейнеров. Стандарт определяет несколько типов грузовых контейнеров, контейнеры общего назначения, контейнеры особого назначения, вентилируемые, открытые сверху или сбоку, контейнеры платформы, контейнеры для специальных грузов, изотермические, термоизолированные, рефрижераторные, отапливаемый контейнер, контейнеры цистерны, контейнеры для сыпучих грузов, автомобилей, скота и т.п.